Число жертв тайфуна Яги на севере Вьетнама увеличилось до 59 человек. Пострадали сотни. Большинство погибли в результате оползней. Яги – сильнейший ураган в Азии в этом году. Он ослаб до уровня тропической депрессии по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Тем не менее, власти предупреждают, что опасность наводнений и оползней сохраняется. В выходные тайфун со скоростью ветра до 203 км в час налетел на столицу Вьетнама Ханой, а сейчас движется в западном направлении. В Ханое он срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья, что привело к отключениям электричества по всему региону.